видископ. Я думаю, что те клубы, которые не хватает денег, они, наверное, идут по пути засветить футболиста и дать ему возможность пойти в другой клуб. Потому что все равно в больших клубах нужна конкуренция. И сегодня мы видим тот же «Шахтер», «Динамо», допустим, «Днепр». Скупая футболистов, они убирают конкуренцию. Но убирают общую футбольную украинскую конкуренцию, а создают конкуренцию внутри клуба. Там берем Васю Кобіна, мы забрали, допустим, «Шахтер» забрал из «Карпат». И он практически, «Шахтер» играет 2-3 игры в год. Но он создает внутри клуба конкуренцию. Но мы тем самым ослабили «Карпаты» на ведущего футболиста. То есть она палка в двух концах, об этом никто не думает. Каждый свои интересы. Потому что сидят дяди, которые хотят выиграть любой ценой. Если мы дошли до того, что президент Черноморца хлопал в ладоши, когда в его ворота «Шахтер» Донецкий забивал гол вместе с Ренатом Леонидовичем. Это тоже такая искренняя радость, и нам она приятна. Витископ. Спортивное видео.